Утром местная жительница Татьяна отправилась пасти овец. Во второй половине дня сестра женщины пришла ее сменить, но на месте никого не обнаружила. Родственники сразу же начали разыскивать пропавшую. Двое суток поисков своими силами результатов не принесли. Мы обратились за помощью, позвонили Алексею Викторовичу участковому, он обзвонил людей тоже и по окрестности, больше знает здесь, собрал кого тоже, и свои тут прошлись, он пособрал тоже людей, и мы уже организованные поиски устроили. В поисках приняли участие полицейские и местные жители. Вскоре во овраге почти за 8 километров от дома пропавшую наконец-то нашли. Женщина обессилела. Она почти трое суток провела без еды, спала на собранных ветках, а чтобы попить, растапливала снег. Я приехал на то место, где Евгений местный нашел без вести пропавшую гражданку Татьяну. Все, убедившись, что она здоровая, самочувствие хорошее, посадил свой автомобиль, также забрал Евгения и данную гражданку доставил по месту проживания. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает, она находится в Курском медучреждении.